собираться. Давайте наберем на это видео 1000 лайков. Лайк, лайк, лайк! Ой, уже утро. Ой, Белочка, пора вставать, собираться в садик. Сахарок, уже утро, пора вставать. Бэби Банки, пора просыпаться. Сегодня же твой первый день в детском саду. Детский сад! Все, мамочка, я уже стою! Это же так интересно! О, Петчинка, доброе утро! Ну что, собираемся скорее! А что это Сахарок еще не встает? Ой, ее нужно целое утро будить. Она не очень любит ходить в детский сад. Ей больше нравится оставаться дома и наряжаться в мамины платья. Пойдем собираться, мама сейчас ее разбудит. А, ну ладно. Эх, Мишка, опять в этот детский сад собираться. А там, о, там же кушать заставляют. А потом спать на обед. Не хочу, не хочу, не буду. Никуда я не пойду. Сахарок, ну пожалуйста, просыпайся, моя хорошая. Твои сестрички и братик уже собрались. Пойдем. Ну, мамочка, там спать заставляют. А я так не хочу спать в обед. Но если ты не хочешь ложиться спать на обед, то просто тихонечко полежишь. Ну ладно, мамочка. Давай, Миша, залезай, пойдешь со мной в садик. Давай, Мишка, залезай внутрь, пойдешь со мной в детский сад. Ох, ты вредина такая. Давай. О, умничка. Ну что, вы готовы? Да, да. Ага. Тогда поехали. Мои детки приехали. Здравствуйте, Супер Биби. Привет, Перчинка. Здравствуйте. А вы не будете заставлять меня спать на обед? Сахарок, ну конечно же, деткам нужно спать на обед. Но если ты так не хочешь, ты можешь просто тихонько полежать, чтобы не мешать спать другим. Ура! Ребята, а вы любите спать на обед? Напишите мне в комментариях. Здравствуйте, меня зовут Бэби Банки. Очень приятно. А меня зовут Супер Биби. Ну что, будем дружить? Да. А у меня в рюкзаке Мишка. Хочешь, покажу? Конечно, но немножко позже, ладно? Хорошо. Ю-ху! Ю-ху! Классно! Ой, сейчас упаду. Давай выше, выше! Вот так! Как круто! О, ребята, я тоже с вами хочу покататься. Но качеля-то здесь только на двоих. Но вы уже так долго катаетесь. Можно я вместо кого-то из вас покатаюсь? Но я еще кататься хочу. Я тоже еще не накатался. Эх, вы, тоже мне родственники называются. О, вы играете? Я тоже хочу с вами поиграть. Перчинка, ты видишь, у меня миска. И у Панки тоже миска. А у тебя Белочка. И что? Что-что? Нас закрытый клуб принимает только с мисками. Правда? Ага. Ох, вот вы какие. Ну и ладно, пойду себе новых друзей искать. Дети, не ссорьтесь, ведь у нас сейчас будет в группе еще две девочки. Что? Ура, 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 ура! Привет, друзья, смотрите, сегодня мы будем сравнивать вот таких два шарика. Это куколки с третьего сезона первой волны и второй волны. Это и будут подружки для нашей Перчинки. Ну что ж, а вы в свою очередь напишите в комментариях, какая куколка из какой волны вам больше понравится. Ну что ж, поехали! И первая подсказка. Вау! Это фотоаппарат плюс флаг финиша. Написано «фотофиниш». Ребята, мне такая подсказка еще не попадалась, и я не знаю, что она может означать. Если вы знаете, пишите. И первый слой второй волны. Кстати, он открывается намного лучше, но как-то поплотнее. И наша подсказка. Вау, у нас будет умная девочка. Потому что здесь нарисована книжечка и вот такой милый розовый червячок в очках. Ну что ж, переходим опять к этому шару. Вот наш замочек. А у нас здесь желтый шарик. И здесь наклеечка, что девочка может менять цвет. Теперь наш второй шарик.
И здесь у нас ярко-розовый шар. И такая же наклеечка. Смотрите, какие хорошенькие куколки. Они здесь все показывают нам язычок. Одна подмигивает. Ребята, на моем канале Toys and Dolls постоянно проходят конкурсы. Так что подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео. И ставьте лайки, мне будет очень-очень приятно. И кстати, не забудьте досмотреть это видео до конца. Обещаю, будет интересно. Ну что ж, а мы возвращаемся к нашим сестренкам. Открываем. Вот и наши пакетики с сюрпризом. И второй шар. Ого, здесь тоже что-то огромное. А начнем мы с первого шара. И... ой, что-то улетело. Ой, смотрите, это ракетка. Это теннисная ракетка. У нас спортсменка. В нашем ряду пополнение. Ладно, вторая волна. И это. Что же это? А у нас очки, какие беленькие, посмотрите. Очень интересно. Переходим дальше. Это первая волна. А здесь у нас брелочек. И вторая волна, тоже брелочек. Здесь огромный аксессуар. Открываем. Вау, какая сумка! Прям как теннисный мячик. Очень классная. Посмотрите, такой же желтый и такие же полосочки. Ой, какая классная. Мне очень-очень-при-очень нравится. А теперь откроем аксессуар девочки второй волны. Вау, 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 вот это да! Она черного цвета, в белую полоску, как зебра. И смотрите, здесь элементы из химической таблицы Менделеева. Это у нас кислород и магний, вот это да! Какая у нас умная девочка, она знает химию! А теперь осталось открыть только самих девочек. Ну что ж, давайте поскорее это сделаем. Итак, это девочка из первой волны. И это... ух ты, какая милашка! Посмотрите, какие у нее милые хвостики! Классно! Ой, а какие трусики яркие-яркие, такие оранжевые, а точнее персикового цвета. И губки такого же, и карие глазки. Вот такая у нас чемпионка. И спряталась в своей сумочке. А мы откроем еще одну девочку. Вау, вот эта красотка! Смотрите, она нам подмигивает и показывает язык. А волосы, волосы какие у нее классные! Обалденная прическа. Челка, видимо, у нее волосы меняют цвет. Посмотрите, здесь... есть более такие темные пряди и более яркие. Ой, привет, девчонки! Какие же вы классные! Давайте знакомиться. Я Петинка. Привет! А я мини-теннисистка! Смотри, у меня даже ракетка есть. И очень классная сумочка. Чемпион! Ведь я чемпионка. А я мини-доктор. Когда я вырасту, я буду лечить людей. Видишь, у меня даже вот такая крутая сумочка есть. С вами так интересно. Давайте будем играть. С удовольствием! Я тоже с девочками хочу поиграть. Пойду знакомиться. И мне самому скучно. Я тоже иду знакомиться. Привет. А можно с вами поиграть? А вы примите нас в свой закрытый клуб? Сахарок, у нас нету никакого закрытого клуба. И мы играем со всеми, у кого хорошее настроение. Пойдемте играть вместе. Ребята, ведь играть и дружить нужно со всеми. Ведь когда у вас много друзей, это так весело. Ну что же, дети, если вы наиграли свои игрушки, можете искупаться. Ура! Давай купаться! Ой, смотрите, у этой девочки трусики меняют цвет.
и волосы становятся такие более красного цвета. На трусиках у нее какой-то знак. А, это же теннисный мячик. Ю-ху! Бульк, бульк, бульк. И еще у нас девочка-доктор. А ну-ка, милашка. Вау! Как классно! Сейчас мы немножко окунем подольше воду. У нее сразу же меняет волосы цвет. Смотрите, челочка и бантик. Они полностью такие вот коричневые становятся. Более темные. На трусиках появились полоски. Очень классные девочки. Такие хорошенькие. Ну что же, а теперь давайте узнаем, кому достанется эта киса. Ура! 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 Мы все поздравляем победителя с победой! Эта киса твоя! Обязательно свяжись с нами по имейлу. Имейл будет внизу под этим видео. Ребята, остальные не расстраивайтесь, пожалуйста, ведь на канале Toys and Dolls еще будет очень-очень много конкурсов. Не пропустите! Ну да, а чтобы не пропустить, нужно подписаться и обязательно нажать на колокольчик.